Да, приветствую тебя, дорогой Артур. Как твои дела? Здравствуйте, Хасамугу. Привет. Все хорошо, все Ты хорошо. откуда звонишь, из какой области, из какого города? Сейчас Алматы, сейчас проживаю в Алмате. Понял, как погода в Алмате? Ну, у нас очень жарко. Жарко это Это сколько? юг. Да. Ну, 25 градусов где-то так. О, в Москве у нас такой, наверное, будет. Скажи мне, Артур, что ты Да. хотел сказать по поводу барабанов, ритмов? Расскажи. Давайте расскажу про свою систему, да, которую я изобрел. Называется барабанная терапия. Здесь мы, получается, комплексно работаем с человеком и входим в состояние безмятежности, да, как вы говорите, вот чуть-чуть какие-то возможные сходства с вашей системой, но с помощью именно барабанной установки. То есть само по себе это для человека очень непривычно, потому что работают четыре конечности, это новые нейронные связи, да, это сразу же, ну, выбивает из колеи, потому что мы привыкли делать всегда одно действие, возможно, два, но здесь сразу появляется такая многозадачность, и при этом это все подкрепляется дыхательными упражнениями, движениями тела, это визуализация, и человек как раз с помощью вот этой системы может войти в нужное состояние и отключиться от каких-то лишних мыслей. Я понял. Сейчас я тебе скажу одну вещь такую интересную, и мы сейчас сверим, как говорится, наши представления. У нас в школе по методу саморегуляции ключ есть такое понятие, как формула ФА. Это формула автоматизации начатого действия. Например, как мне одна участница школы подсказывала, и об этом все участники уже знают, одновременно сушит волосы феном, одновременно варит кофе, одновременно притоптывает ногой, одновременно говорит по телефону, зажав между головой и плечом телефон, одновременно ждет любимого. Одновременно все это делает такой многозадачник. По этому принципу можно, например, одновременно делать вот так, одновременно делать вот так, то есть совершать противоположные, как бы конкурентные действия. И при этом очень быстро человек выходит на релаксацию психическую, то есть на это нулевое состояние безмятежности. Но эту технику надо показывать. Но я тебя хочу спросить. У нас есть еще и второе понятие. Это, например, если в ритм бега вошел, как ты, например, в ритм барабанного боя там или как, или в ритм плавания вошел, или в ритм скакания на коне. Ну, в общем, много куда человек может пойти, может в ритм вязания войти, в том числе и на барабане играть. Куда человек быстрее входит, в какую деятельность, он там себя и находит. Это его счастливое состояние. И поэтому одни люди любят танцевать, другие играть на барабане, четвертые любят на лыжах ходить, потому что они там в ритм быстрее ходят, а пятые любят плавать и так далее. И если мы перебираем эти действия хотя бы по 5, 10, 15 секунд, принцип подбора путем перебора, мы попадаем в то действие, которое нам синхронно. И у нас снимаются зажимы, и мы выходим на это состояние. То есть, по существу, это принцип ключа. У тебя это направление связано с барабаном. Но если у тебя ученик не наученный играть на барабане, ты же его должен научить. Да, обычно это происходит в процессе одного занятия, то есть я показываю простые, самые базовые ритмы, которые состоят из двух движений, да? То есть, в принципе, каждый человек, ну, у меня еще не было, вот среди тысячи уроков не было ситуации, когда человек не смог это сделать. Ну, каждому чуть-чуть больше времени нужно. И как раз-таки с возрастом почему-то это сделать тяжелее, да, потому что дети очень легко схватывают и Ну, быстро, это, конечно, у них буквально. открытое восприятие, да, у них нету шаблонов, выработанных, Да. которые мешают освоению нового, конечно. Поэтому проще было бы, например, если бы ты их учил вот за это занятие, за один урок, но перед этим уроком, если бы они более простыми вещами, которые все почти умеют делать с детства, хлёст, например,
шалтай-болтай. Дети делают, даже не обучаясь. Если они сначала сделают осознанно в виде специально до твоего урока раскрепощающие приемы ключа, то они быстрее освоят твой урок. Освоят твой урок, они быстрее будут выходить на ноль. А там они могут выходить на что угодно еще быстрее. Да, конечно. Да, это очень хорошее у тебя направление. А ты можешь нам Спасибо. показать, как ты барабанил раньше? Да, все, давайте Давай. поверну. Это было бы хорошо. Видно, да? Видно? Видно Видно. что-то. Видно, видно. Так, сейчас поставим только. Ага. Да. Ага. Просто он падает, камера. Все. Хорошо. Давайте что-нибудь сыграем. Меня не видно, но не суть. А не слышно. Не слышно там, Артур. Артур, а там звук можно сделать? Артур. Ну, будем наблюдать, будем так себе представлять, что там, какой звук происходит. Так, слышно Тут нормально? там звука не было. Представляешь, ты можешь звук включить, чтобы еще раз сыграть, чтобы звук был. Артур, это чисто техническая связь. А, так, давайте. Ты играл, но звука не было. Что-то там прервалось, потому что мне позвонили по телефону, обрыв связи произошел. Ну, давай мы с тобой еще раз встретимся тогда, Артур. Где-то вот сейчас мы вебинар готовим. У нас будет в среду 20 часов вебинар. И мы к этому готовимся. И поэтому я тебя после вебинара хочу пригласить, чтобы мы еще раз встретились. Потому что на вебинаре я тебе пришлю вход туда. А ты там можешь поучаствовать, сказать то, что ты хочешь, задать те вопросы, которые ты хочешь. А, и там будет очень интересный вебинар. Это вообще там будут новые вещи. И там пропевание, протанцовывание стрессов и страхов для того, чтобы выходить на нулевое состояние, в этом нулевом состоянии учиться изобретательскому мышлению, чтобы за короткое время решать такие задачи, которые раньше казались недоступными в любой области деятельности, и в жизни, и в личных отношениях, и в игре на барабане. Ну вот, связь-то была оборвана, ничего. Мы достигнем нового контакта. До встречи, друзья. Будем ждать Артура.